Не было настроения, отчасти из-за этих роликов о короне, которые набирали по 1000 просмотров, и пришлось их удалить. Причину расскажу чуть позже. Вышла погулять с ребенком, развеяться, так сказать, а ребенок уснул, и прекрасно, значит, это время подкрепиться. Вот часто можно встретить такие ларьки с шашлычками, корндогами и так далее. Я взяла вот корндог и куриные ножки в панировке. Корндог очень интересный, этот сыр, как он тянется. Ну, совсем, оказывается, безвкусный. Я его больше не буду брать. А вот куриные ножки, это да, это бомба. Они так хрустят. И очень такой пикантный, острый вкус. Ну, сами знаете, Китай тут любит перчик. И вот, наевшись, погуляв, послушав музыку, ребенок как раз спит сладко. Я поняла, что жизнь прекрасна и не стоит унывать. А как вы поднимаете себе настроение?